Вот я даже не знаю, рекомендовать ей или нет. Теперь чем? Программа-то наша. Даже когда хлеб забрали, все равно крошки последние кеша съедает. Причем его не пугает то, что его могут вот так вот закрыть. Почему меня предупреждаешь? Я болтаю, понимаешь? Я видео пишу. Видео пишешь? Не стыдно тебе? Вот ты дальше продолжай болтать. Будешь в фотошопе, в Adobe звук накладывать.